Всем привет, это LastFly Online, меня зовут Барышева Юля, и сегодня я вам подготовила 20 заходов в Брасманку. Если вы еще не умеете выполнять этот трюк, то в подсказках сверху и в описании под видео будут два базовых разбора, как зайти в Брасманку. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и давайте начнем. Из четверки под согнутое колено. Из четверки под ровное колено. С пола с маха. С пола с толчка. С пола через упор на ближнюю руку. С флага через ближнюю ногу. Флага через дальнюю ногу. Силовой подъем сверху. Из солдатика. Из задней аиши. Сверху с отмашки. Из русского моста. Из скорпиона. С ближней ноги. Через ленточный хват. Через шолдер морским хватом. Из паука. Из опасного моста. Со шпагата на стопе. Это было 20 вариантов захода в Брасманку. Пишите в комментариях, какой из них понравился вам больше всего. Ставьте лайк и до встречи в новых видео.